Доброго дня. Меня зовут Екатерина. Я являюсь директором заведения Куба Бар. Меня зовут Денис. И я являюсь директором кафе «Владимирский очаг». Наш общий друг познакомил нас. Мы познакомились с Екатериной и продолжили акцию «Горящие обеды медиков» вместе. Действительно, мы с Денисом в своем роде конкуренты, причем конкуренты в шаговой доступности, потому что наше заведение находится недалеко друг от друга. Но так как случилась ситуация не совсем приятная с моим заведением, и чтобы не заканчивать акцию, нам пришлось объединиться и усилить свои возможности. Да, и я, наверное, чуть-чуть добавлю, что в такое непростое время конкуренции быть не должно. И каждый человек должен помогать друг другу в тяжелое время. Как говорится, будем делать добро людям, и закон бумеранга сработает. В этой акции может помочь абсолютно любой. В этой акции нам помогают обычные, простые люди, которые могут приносить продукты питания, из которых мы можем приготовить разные вкусные блюда для наших медицинских сотрудников. Помогают люди, которые делятся своими средствами на платформе «Мола-Мола». Помогают некоторые партнеры, с которыми мы работали в хорошее время, предоставляют продукты, одноразовую посуду. Конечно, нам много чего не хватает, и если кто-то сможет чем-то помочь, мы очень будем благодарны за эту акцию. Мы будем продолжать эту, скажем так, пока позволит нам здоровье, наши ресурсы и помощь. Мы будем оказывать вместе. Да, будем оказывать помощь вместе. Да, конечно. Мы даже дальше пишем.